Всем привет! Сегодня покажу. Доехали ко мне новые тенюшки. Значит, у меня уже есть, я вам, по-моему, показывала, тогда были эти двое и эти двое, да? Благородный серый. Так, где ты? Золотистый хаки. Искристый апельсин. Потом жемчужный розовый, белый перламутр и матовый розовый. Вот так они выглядят в палетке. Сейчас они в распродаже. И вот такой футляр, очень-очень качественный, тяжелый. Сзади есть отверстие, чтобы можно было достать тени, поместить новые. И дальше новые оттенки. Это золотистая роза, сияющая роза, вот это. Сияющая роза. 42561. Мерцающая бронза. Это матовый сливовый. Вот он в новом каталоге. Так, значит, роза, бронза, матовый, сливовый. Матовый латте, вот он, 42562. Дочь просила небесный голубой. 34791. И винтажный зеленый. Ну, такие тени приехали. Очень красивые цвета. И у них, конечно, как сказать, у одних теней очень плотная консистенция и пигмент отдает хорошо. Некоторые полупрозрачные, но это как раз рассчитано на то, что чтобы на глазах не было этих синяков, понимаете? Если этот был бы очень сильно пигментированный, да, то это было бы вера холодная. Такие красивые современные оттенки. Латте, сливовый, бронза и роза. Роза вообще великолепная. И благородный серый, хаки, апельсин, жемчужный розовый, белый перламутр и матовый розовый. Вот о чем я говорю, серый. Темный оттенок, но он вот так ложится. Можно, конечно, наслаивать. Красивый оттенок.